поле. Русское поле. Все как по фэншую. Добрый день, друзья, гости, подписчики канала, канала Агроземледелия. Друзья, ну вот уже вариваю. Значит, как я делал? Стойки у меня 35. Значит, вставлял середку, искал. Что хочу показать. Это средний палец. То есть ходит нормально. А вот от этих на прихватках прихватил крайний. Нормально все. И начал обваривать. И его повело. Зажимает вот он, от эту сторону. Значит, с этой стороны сейчас и будем варить. Проварим, дадим ему остыть. Его должно потянуть сюда. Ну, так же самое и здесь. Итак, подводим итоги. Значит, снутри я кругом все попроваривал. Сейчас мы свет включим. Опа. Кругом все проварено. И здесь один шов проварил. Останется от этих все. Здесь только корень прошел. Сейчас вот сегодня надо позаполнять, облицовать. И все. Так, друзья, переживал. Переживал пальцы. От этот палец закусывало. Ну, сейчас под концом чуть-чуть закусывает. Ну там один удар молотком, и он на месте. Так, этот. Видим, да? От руки ходит. Соосностью все по фэншую. А этот вообще прям шикардос. Остыл. Все. Отлично. Все, что я переживал, это зря. Сейчас я обвариваю. Ну и попробую еще занести клык, хоть один, ставить, чтобы уже хоть была картина. Друзья, ну вот такой у нас вырисовывается фон по глубокорыхлителю. Значит, обтачиваю. От эти вот кромки убираю сталь, от этот круг скользит. Прям скользит капитально, лепестковый. Что значит 9,09 ГС, 2 ГС или как она там? Значит... Что я хочу сказать? Видим, да? Ходит. Плотно не стал делать. Не стал делать, потому что плуг, когда затянутый на растяжках, он у тебя ровно не идет. Свободный ход все равно должен быть. Где-то что-то возникнет силы, где-то по диагонали пойдешь после следа, чтобы трактор не разворачивало, вал не рвало. Растяжки, само собой, будут спокойные. Так, ну вот это у нас тоже играет. Видим, да? Сейчас будем эту обтачивать. Но такой вот фон вырисовывается. Сейчас третью поставлю, вам покажу. Экструдер работает, гудит. Мы все в работе с утра. Тяжелючая до ужаса. Вдвоем еле-еле мы ее выперли. И это без клыков. Сейчас с клыками не знаю, что будет. В общем, как-то так, друзья. Очень точится, скользит. Ну и вы сами видели, какая стружка идет. Прям краснючая. Ну, в общем, сейчас будем ставить. Так, друзья, смотрим градус. Под каким градусом? Здесь, ну, не больше 40, где-то 35, от 35 до 40 будет ходить в землю. Значит, вот мы меточку сделали, 40 сантиметров, ну, это, чтобы оно было видно, покажи. Вот,
40 сантиметров. Вот здесь. Я думаю, на такую глубину он аж побежит. Сейчас будем варить треугольник. Вернее, размечать. И надо уши крепления. Уши крепления у нас должны быть на такой высоте. Ну, за счет этих пальцев мы можем сыграть на пальцах. Можно приварить сюда. В общем, сейчас мы это все продумаем. Ну, а так, посмотрите. Четко все. Обалдеть. Все на одном уровне. Обалденно. Вот такой у нас будет глубокорыхлитель. Вес, ну, я не знаю, клыки килограмм 70. И рама, ну, в районе сотки. То есть тут получается, вот это сейчас в боре, где-то в районе 300 килограмм. Потому что раму, ну, еле заперли. Ну и будем, естественно, сейчас дырочки от эти закрывать, выпиливать. Ну, перво-наперво у нас сейчас треугольник сварить, стойку и распорки. Сейчас будем заниматься. Так, сейчас будем стойку центральную, под центральный винт делать. С помощью карандаша и от этого уголка задали угол. Вот так. Ну, нам за это надо похлопать. Я просто похлопаю. Сейчас будем выпиливать. Во какая бодяга получилась. Обалдеть. Но она нам нужна ниже. По расчетам 7 сантиметров, по-моему, отрезать надо. Ну, сейчас мы еще убедимся. Так, не могу еще не пояснить вам, друзья, почему на столике. Потому что высота столика составляет ровно 50 сантиметров. 50 сантиметров. Это, как мы знаем, у нас вал находится на тракторе, где продольные тяги, на этом уровне. Значит, у нас получается наглядно, вот так вот он будет, вот его плоскость, это параллельно земле будет, параллельно валу сюда. Значит, точка центрального винта удобна нам. Вот, 40 сантиметров. 40 сантиметров я отметил. Значит, обрежется здесь. Ровненько, по уровню. Точка крепления яблок. Точка крепления яблок нам надо понизить на 10 сантиметров. Вот так, сюда. И должно у нас все по фэншую быть. Если вдруг мы где-то допустили какой-то просчет, нам недолго переставить на другие дырки отверстия. Отверстия у нас через 5 сантиметров, через 7 идут. То есть все вырисовывается по фэншую. И вынести точку крепления сюда на 7 сантиметров. Нам надо разницу получить с центральным винтом, чтобы шло догружение через центральный винт на 10 сантиметров от точки крепления. То есть получается, если мы ровно приложим сюда, расстояние где-то 15, сместим, и все у нас получится по красоте. Ну, в общем, сделаем, потом покажем. Так, заглушки Димон варит. Вот эти вот технологические отверстия. Да не шатай. Все, пошатал. Так, друзья, варили. Отрезали. Швы четенькие. Короче, по три шва. Корень, наполнение и третий. Вот так, варили электродами ЛБ 52. Короче, все по фэншую. Сейчас нам надо распорки от этих установить, вырезать. Ну и, в принципе, крепление рамы. Крепление уши. Уши, я уже вам говорил. Ну, в общем, так как-то. Все, друзья, сейчас Димон доварит, потом покажу. Так, делали от этого раскосину, друзья. Но у меня уже бензин заканчивается. Мозги не варят. Вон обрезки. Сколько обрезаем, подгоняем. Что-то уже мозги отказываются работать. Ну, в принципе, подогнали. Все, на сегодня. Кранты, шабаш. Все, подогнали. Еще одну такую вырежем. И варим. Завтра уже будем вваривать. Ну, все, друзья. Всем до вечера, скажем так. До следующей серии. Всех наступающим. Всего самого наилучшего. Ну, а я не знаю, у меня мозги, реально мозги отказываются варить, уже все кипят.